И снова всем привет моим дорогим зрителям. Вы, как всегда, находитесь на канале Любопыты. Это второй ролик по игре Гренни, глава вторая. Сегодня я, как уже говорил в прошлый раз, буду смотреть на вторую плохую концовку в этой игре. Так что погнали. Да. Я в тот раз не успел как следует домик осмотреть. Да и все равно, я думаю, еще какие-то двери есть запертые, которые надо открывать ключами. Так что, наверное, полностью следовать в дом я буду в следующий раз, когда уже буду пытаться сбежать от них. Да, и только не знаю, каким способом. Ну, давайте сначала основным, через дверь. Лодкой попробуем в другой раз. Так. Ну что, погнали искать... О, а вот и дед. I see you, я тебя вижу. Я тебя тоже вижу, представляешь? Дедок. Так, ну, а давай-ка побегаем от тебя. Ого, бабулька. Ну давай от бабульки получим леща. А то я от нее тут ни разу леща не получал. Ну да, скример старый. От бабки. Так, тот же самый. Ну, это наоборот только радует. Что игра похожа на предыдущую часть. Да, и тут пасхалки к играм про Сландрину. Потому что разработчик Гренни и Сландрин — это один и тот же. Посмотрим, что еще тут есть. Ой, дед. Когда это ты успел меня заметить? О, здорово, бабка. Так, ага, ну это я тоже... Опа, там за ящиками, походу, что-то есть. Но я туда залезть не могу. Здесь I need a security key. Хм, то есть надо его сказать... Ой, тут еще ящик. Ой, мне хана. А, нет, не хана, ухты-пухты. Здесь окошко. Класс. Это здорово. Через окошко вот так вот взял и ушмыгнул. Ой, бабулька. Та, она меня не видит. Вот дура. А я тут. I see you. Да ни хрена ты меня не видишь. Вот я тебя вижу, а ты меня нет. Если бы увидела, ты бы за мной погналась. Ой, а это у нас тут что, решетка? Ой. Ого. Я в ванную провалился через эту решетку. Классно. Потайной ход. Вот так вот захотел смыться побыстрее. И опа. И ты уже в душевой кабинке. В которой можно спрятаться. Вот так вот залез. И спрятался. Блин. Ну я тут нагремел, и бабка пришла. Ну блин, бабка. Я тут вроде как душ принимаю. Личное пространство, знаешь ли. Чё ты лезешь? Тебе бы не понравилось, если бы я к тебе залез. Да, кстати. Я говорил, что приколы в Гренни больше не будет. Ну чё, теперь новая игрушка. Теперь тут, думаю, тоже можно парочку приколов запилить. Обязательно попробую. Так, и чё-то я тут все базарю. А сам хотел на вторую плохую концовку посмотреть. Давайте-ка побыстрее сдохнем. Вот от этого монстра. Если я сюда залез, все, я отсюда уже не вылезу. Меня, короче, сожрет этот странный монстр. Знаете, он чем-то напоминает Сарлака из Звездных войн. Только Сарлак сухопутный, а этот морской. Ну, короче, какой-то гигантский кракен. Так, ну все, осталось проиграть еще пару раз. Так. Да хотя нет, в следующий раз я, наверное, буду испытывать разные методы обороны от бабули с дедом. Ой! Это чё, шокер? О, вот сейчас я его испытаю. Первый метод обороны. Эй, вы, старые пердуны. А ну-ка идите сюда. А вас сейчас электрошокером жахну. О, вот один старый пердун. Опа! Чё, не нравится? Хе. О, если на ковер, видимо, упадет, то звука не издает. Так. Кстати, что это за ключ у него висит? Security key. О, тот самый.
Так, ну ладно, но я не хочу его использовать. Ой, я промахнулся, блин. Хотел по бабке жахнуть. Ну ладно, сейчас жахну по бабке. Так. Ну чё ж. Я потом еще в следующий раз попытаюсь запихнуть, короче, их в железную деву. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, в предыдущей игре была... Ой, дед. Хьюа, вот ты где. Короче, в предыдущей игре была гильотина. Да, так называется. Это отрубалка головы. Блин, почему ты не выстрелил? Ну ладно, в другой раз посмотрим. С бабкой, думаю, то же самое будет, что и с дедом. Ой. Я нахожусь в этом самом месте, где монстр тут. А, понятно, то есть в этот раз они меня монстру скормят. Своему. Это, видимо, вторая плохая концовка. Да, так смотрит бабка. Ага, опять как всегда. О, стукнул. Призвал монстра. И он меня съел. А, эти вон смеются. Да, гейм овер опять. Ну, на вторую плохую концовку мы посмотрели. До новых встреч. В следующий раз я уже буду проходить игру полностью. Через первую дверь, через основную, точнее. А в следующий раз уже потом попробую на лодке от них уплыть. Ну, до скорого. Ставьте лайки, если хотите поскорее новые видео.